Какой замечательный вид. Не кажется вам? Херсонес. Здесь христианство на Руси началось. Вот на этом мысе Херсонес. Вот здесь князь Владимир Киевский крестился. Христиане. Привет. Знаете, что написано в Библии? Бог говорит, Он говорит так в одном из мест. Имейте веру Божью. Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его. Будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, когда просите чего в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Вот такое обещание дает Бог каждому человеку, кто верит в Него. Он говорит, если кто скажет горе сей, под горой подразумевается какая-то проблема или, в общем, достижение какой-то цели. Если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, в духе в нем своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, дальше написано, когда просите чего в молитве, верьте, что получите, и будет вам. А что значит верьте? А дальше в Библии написано, там написано, что такое вера. Написано, так сказано, вера же есть. Что ж такое вера-то? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Итак, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. А что значит осуществление? Осуществление – это действие такое, которое заставляет ожидаемое, то, чего еще нет, но оно ожидается, если ты уверен в невидимом, то ты, предпринимая какие-то шаги, действия, ты это ожидаемое осуществляешь, то есть ты делаешь его существующим. Осуществляешь, овеществляешь, значит, материализуешь. То, чего еще нет, ты осуществляешь. О как! Вот что такое вера. Итак, если Библия – это истина, а это именно так, то, допустим, у нас с вами есть цель. Вот все начинается с цели. Вот как я строю бизнес, как я научился это делать, и мне кажется, у меня начинает получаться все чаще и больше. Если я чего-то хочу, я ставлю себе цель. Я определяю, чего я хочу. Я определяю свое истинное желание. Я хочу понять, чего я хочу, к какому сроку, в каком виде. Вот, например, совсем недавно я хотел статус, который квалификационный, карьерный статус в компании, где я работаю, значит, его достигают рекордсмены за 120 дней. Это лучший рекорд. Вот я себе мечтал сделать это гораздо раньше. И вот совсем недавно я это сделал, за 56 дней, и меня компания, в которой я работаю, поздравила официально на сайте, что вот я такой герой Советского Союза, впервые в истории компании за 56 дней достиг этого статуса. Вот я этого хотел. Я поставил себе такую цель. Я сказал, я произнес, горе сей, поднимись и ввергнись в море. Я сказал, я сделаю это за 2 месяца. Не за 120 дней, как рекордсмены, а за 2 месяца. И я не стал сомневаться, а стал верить в это. А верить, как я сказал, это значит осуществлять ожидаемое. А что я делал? Я включал в бизнес людей, я продавал продукт, я обучал людей, я помогал им достичь результатов каких-то. И в результате то, о чем я мечтал, то, чего я желал, то, к чему я стремился,
То, что я хотел осуществить, овеществить, материализовать, превратить из невидимого в видимое, оно произошло. И мне сказали: о, ты достиг, вот у тебя выполнено это, мы видим, вот ты заработал столько денег, и теперь ты, значит, вот такой-то статус имеешь. Платина там называется, допустим. Ты герой Советского Союза. Молодец, жмем тебе руку. Теперь у тебя есть следующий статус, на который нужно 2 года тратить, а я говорю, еще 2 месяца, а не 2 года. Почему это произошло? Потому что я такой умный, или трудолюбивый, или какой-то организованный, или сверх какой-то супермен. Нет, потому что я главную работу отдал кому? Богу. Потому что без Бога нечего ловить. Он сказал: но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Чтобы приобретать богатство, надо иметь силу. Кто ее дает? Бог дает тебе силу. Для этого надо его помнить. А как его помнить? Надо верить и следовать тому, что он говорит. А он говорит: если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Я сказал: за 2 месяца я закрою эту квалификацию. Ну-ка ты, гора, поднимись и ввергнись в море. Образно говоря. И не сомневайся, но поверь. Вот я и поверил. А что значит поверить? А вера есть осуществление ожидаемого. Я не лег на диван в ожидании, а я начал ожидаемое осуществлять. Что я делал? Я рассказывал людям о своем бизнесе, я рассказывал людям о своем продукте, я действовал и верил. И вот это вот сочетание, вот это вот сложение, вот это вот мое действие по осуществлению ожидаемого и плюс сила, которую дает Бог откуда-то оттуда, с неба сверх, который двигает все фигурки на этой шахматной доске. Он кого-то мне подставил, кого-то мне дал. Я просто говорил, я просто выполнял свою работу, не ожидая ничего, не думая, что именно этот подпишется, или этот подпишется, или этот самый лучший. А я просто выполнял свою работу, и все случилось. Вот и все. Зачем я вам это рассказываю? Это работает. Это правда. Благодаря такой методике работы я научился зарабатывать деньги. До этого, сколько бы я ни бился, ничего мне не получалось. Я свято верю в то, что Бог есть, и что Он помогает бизнесменам, как и всем прочим. Кто верит в Него? А верить в Него, это значит, нужно ставить цель. Бог конкретный, Он ставит цель, Он ничего без цели не делает. И Он учит нас ставить цель. Он говорит: если кто скажет горе сей, надо сказать горе сей, я хочу за 2 месяца сделать эту квалификацию. Я хочу стать миллионером в таком-то времени. Я хочу иметь организацию столько-то тысяч людей. Я хочу стать в такой-то квалификации к такому-то времени и так далее. Я хочу отдать долги к такому-то времени. И поверит. А вера что? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот так все просто на самом деле. Чувствуете, какая глубина, простота и ясность, когда ты опираешься на Божье Слово и на Его поддержку, а не барахтаешься сам по себе, в одиночку, в бурных водах житейского моря. Когда с тобой Бог, то море всегда вот такое, спокойное, нежное, любящее, потому что Бог всегда ради тебя говорит бушующему житейскому морю: замолкни, утихни, замолкни. Перестань. Так Иисус говорил бушующим волнам, и они перестали. Я желаю вам удачи. Верьте слову и действуйте. До свидания.